готовятся к прохождению квалификации лошади 3 лет и старше возраста рысистых пород. Bentley Che, лошадь 3 лет, американской рысистой породы, стандарт 2 минуты 45 секунд ровно. Второй номер Бакал, орловский жеребец старшего возраста, стандарт резвости 2 минуты 28 секунд. И третий номер Девиз, также орловский жеребец старшего возраста, стандарт резвости 2 минуты 28 секунд. Дан старт 6-го заезда. Квалификационный заезд. Участвуют лошади 3 лет и старшего возраста рысистых пород. В борьбе со старта пошли Бакалы Bentley Che. Чуть впереди Bentley Che. И отстал Девиз. За 35,3 секунды пройдена первая четверть дистанции. Чуть впереди Bentley Che. С поля на втором месте Бакал. Вторая четверть дистанции пройдена за 35,5 секунды. Бег ведет Bentley Che. Бакал по дистанции идет неправильным ходом. Бакалу по дистанции объявлена дисквалификация. Третья четверть дистанции пройдена за 33,2 секунды. Бег ведет Bentley Che, выходит на финишную прямую, проходит квалификацию. Bentley Che заканчивает дистанцию квалификационного заезда. Далее финиширует второй номер Бакал. По дистанции была объявлена дисквалификация, неправильный ход –